Димек, Димас берут еще в Гургене Кэмпе. Благодарят друг друга. После чего астанчане продолжили играть в том же духе. Бондарев здесь, падая, заставляет нарушить правила подопечных Дерябина. Здесь Хальдер забрасывает свою шайбу в ворота Кудимова, который, в принципе, отыграл весь матч достаточно хорошо, но не хватило его на весь матч, и все-таки три раза сумели обыграть его подопечные Дерябина. На этом моменты не заканчиваются. Астана, напомню, во втором периоде очень-очень здорово играла в атаке. Здесь Жумабай во втором периоде имел очень замечательную возможность, но Фанайлов показал высший пилотаж и даже в этом моменте справился с опасностью своих ворот. Здесь атака, начатая Мангалиевым, дошла буквально до пятака ворот Фанайлова, но тот сыграл в очередной раз просто здорово и буквально закрыл на ключ свои ворота. В этом моменте, самый интересный момент, конечно же, второго периода, когда увидели мы два удаления на, в общей сумме, на 10 минут. Оба игрока ушли на 5. Это Хальдер и какие-то Бойцов. После чего Астана начала атаковать раз за разом. Очень много моментов было у подопечных Васина. Но и тем временем также и Жазбатыров успевали удивлять Кудимова, заставлять нервничать. Как раз таки один из моментов вот выглядит как раз таки так. Дальше идем по моментам Жазбатыра. Останавливают буквально втроем игроки команды Астана своего оппонента, но здесь после идеального продолжения атаки от Климента Баранова, здесь, конечно же, он не сделал передачу, но передал ее посредством броска своему капитану, и в свою очередь Жабунин забросил третью шайбу в этой игре. Жазбатыр по броскам переиграл своего оппонента со счетом 42-31 по выигранным вбрасываниям, колоссально, в два раза больше выиграли астанчане, 23-46 соответственно, по голам в большинстве 0-0, по заброшенным броскам, заброшенным голам в меньшинстве как раз таки Жазбатыр, напомню, первую шайбу Хальдев забросил именно так, ну и по штрафному времени у нас 41-12, таким вот образом выглядят цифры, счет на табло, повторюсь, 3-1, и таким образом у нас заканчивается матч. А с вами были ваши комментаторы, Токмурдиев Азамат и мой коллега Кадырбаев Ислам, увидимся на следующих матчах Жазбатыра, всего хорошего, пока-пока.